Друзья, добрый день. Сегодня команда Ускелли едет в гости к Насте. Команда Ускелли в гости к тебе с подарком. Да. Здорово. Вперед. Расскажи, Настя, про свои самые любимые вещи, самые актуальные. Тогда уже Гальян узнал, что нужно предложить женщине. Приятная, очень такая хорошая цветовая гамма. Дорогие сумки – это то, во что можно инвестировать. Обязательно, конечно же, проверяя швы. Мы обязательно вернемся. Я буду вас ждать. Да, спасибо еще раз. Друзья, добрый день. Сегодня команда Ускелли едет в гости к Насте, одной из самых очаровательных модных девушек нашей столицы. Мы поговорим о модных трендах, бьюти, must-have, а главное, мы разберем Настин гардероб для Ускелли. Настя, команда Ускелли в гости к тебе с подарком. Да, спасибо. Ты знаешь уже то, что наша платформа является не только главным ресейлом, а также мы являемся партнерами российских бутиков. Собственно, подарок тебе от нас. Мне очень приятно, добро пожаловать, я вас ждала, проходите. Здорово, вперед! А заметила, это наша визитная, скажем так, карточка. А это наши партнеры, и я думаю, тебе будет приятно получить скидку. Настя, ну что, начнем наш Girls Talk. Скажи, пожалуйста, помнишь ты свою первую брендовую вещь? Как давно это было? Да, конечно, это было очень давно. Я тогда училась на первом курсе университета и поехала в Париж и купила себе свои первые брендовые туфли, которые, я считаю, должны быть в гардеробе у каждой девушки. Я купила их в Париже. И это, давай я догадаюсь, Лобутена? Да, именно так и было. Это моя самая любимая пара, которая служила мне долгие годы. Это классические лодочки Лобутен. В принципе, по ним видно, что это моя первая любимая пара, потому что они такие уже слегка замученные. Я считаю, что такая пара обуви должна быть как минимум одна в гардеробе у каждой девушки. И ваши туфли могут создать на самом деле весь ваш образ и также его испортить. Поэтому я считаю, что крайне важно обязательно вкладываться в сумки и туфли. Молодец! Это гарантия вообще вашего такого хорошего внешнего вида. Ну тогда мы по адресу, друзья, переходим в святая святых, в гардеробную Настя. Побыстрее, Настя, открывай свою волшебную дверь. Сейчас открою, но хочу, чтобы ты знала, что это первый раз, когда я кого-либо пускаю в свой гардероб. Спасибо большое за доверие. Расскажи, Настя, про свои самые любимые вещи, самые актуальные, что ты оденешь, предположим, на встречу с друзьями, на какой-то торжественный случай, на работу. Есть какие-то классические вещи, которые в твоем гардеробе просто всегда и для всякого случая? Я хочу сразу сказать, что у меня в гардеробе хранятся только те вещи, которые я действительно ношу, потому что я очень люблю их или убирать, или продавать, или от них избавляться, поэтому сейчас это прям такие вещи, которые, можно сказать, на каждый день или наоборот, прям на вечер. Покажи нам свой самый любимый костюм. Мой самый любимый костюм – это определенно Прада, бархатный, такого чернильного цвета, и к нему у меня вот такие свободные брюки. Роскошный вариант, мне кажется, подойдет всегда. И днем, и вечером. Да, вот я считаю, что просто в таком костюме, на самом деле, он, может быть, на вешалке выглядит не так эффектно, как когда его надеваешь, но такой костюм можно надеть и на день рождения, и просто на вечер с друзьями, если нужно выглядеть эффектно и не так повседневно, как обычно. Так, Настя, ну, это мы забираем, обсудим чуть позже. Я немного похозяйничаю, ты не против? Да, конечно, давай. Костюмный пиджак. Очень красивый. Мы о нем тоже поговорим. Времен Гальяна. Боже, какая красота. Мы это тоже забираем, друзья. Мое самое любимое, определенно, бесспорно, вообще, Валентина. Вот это платье я его ни разу еще не надевала.
Платье роскошное. Летящее, сюда элегантное. Но если ты его еще пока ни разу не одела, возможно, это платье и не стоит тебе одевать. Мне очень нравится вот эта красивая косуха. Укороченный вариант, очень модный цвет. Мы поговорим об этом чуть позже. Вперед. Так, ну что, мы передвигаемся потихонечку к брюкам. Я смотрю, у тебя очень много расклешенных моделей, да? Да, у меня очень много расклешенных брюк. И я считаю, что на самом деле совершенно не обязательно быть очень высокой, чтобы носить такие брюки, потому что... Согласна. Они выглядят очень эффектно. Вот это мои самые любимые такие розовые. Очень красивый модный цвет в этом сезоне. Ну что же, красота. Тоже все берем. Все нам надо. А теперь я краем глаза увидела самое, что может быть вкусное в гардеробе каждой женщины. Это сумки. Классическая Saint Laurent Sunset, классическая Шанель малышка. И вот это тоже очень красивая это сумка малышка. Это вообще моя самая, самая любимая сумка в моем гардеробе. Она, если у меня нет настроения, я ее беру, и она у меня поднимается. Если у меня есть настроение, я ее беру. Ты говорила, значит, что не знаешь, чем придумать носить эту куртку. Попробую сейчас ее одеть на себя. Да. Мне кажется, что это просто идеально. Ты знаешь, вписывается сейчас, по твоему стилю. Пока думала о том, что я не знаю, с чем мне носить, я вспомнила, что у меня еще есть обувь, в которой я не знаю, с чем мне носить. Подержи ее. Давай. Классная куртка. Настя. Забираем мы ее, пожалуй. Мне очень нравится. У меня есть вот такие, ну, мюли, наверное, да, их правильно назвать? Да. Джина. Они одинаковые абсолютно. Я очень люблю покупать одинаковые вещи вот в разных цветах. Я думала о том, что я могла бы, может быть, их надеть с каким-то таким платьем в белевом стиле, но я не уверена. Я могла бы, может быть, даже надеть их как бы вот так. Также ты их можешь, мне кажется, спокойно сочетать просто с сарафаном, с белым, почему бы и нет. Возможно, ты права, да. Но мне все равно кажется, что две пары для Насти многовато. А одну мы точно забираем на Ускеле. Настя, мне кажется, сейчас, как ты одета, это будет просто идеальное сочетание. Да. Красивые классические лодочки. Собственно, она будет таким небольшим дополнением к коктейльному образу, если так можно сказать. Не знаю, Кристина, ты красиво рассказываешь, мне уже даже понравилось, оказалось все гениальное просто, я не думаю, что я согласна с ней расстаться, слишком как-то я ее люблю, эту куртку. Ну, на самом деле, я тебе ее и разрешаю оставить, потому что я наметила свой глаз вот на этот невероятный костюм. Этот костюм со времен Гальяна. Он первый придумал такой принт. Легкая джинса, завышенная талия, друзья, обратите внимание. Это, наверное, год 2003. Ну, где-то так. Тогда уже Гальяна знал, что нужно предложить женщине. Нет, дело не в том, что я люблю принт, дело в том, что очень классно покупать брендовые вещи. Они всегда имеют свою историю. Ты как бы тратишь не маленькие деньги, но тем не менее они себя потом окупают. Ты всегда это можешь выгодно продать. Главное только, друзья, храните их правильно. Вот этот костюм мы точно забираем. И, возможно, мы сейчас его и выложим на нашем приложении. Что давай, скажете? Давай, я согласна. Настя, ну что, пока ты была увлечена выкладкой, так сказать, на нашу платформу костюма, я разглядывала твою кожу. И нам все очень интересно, нужно знать. Расскажи про свои beauty must-have, только, пожалуйста, чистую правду. Не надо говорить, что ты пьешь свежевыжатый березовый сок натощак, протираешь лицо подорожником. Всю правду. Доставай свою косметичку. Что же делает тебя такой красивой? Без чего не выйдешь. Ну, ты мне льстишь. Без чего не выйдешь на улицу? Я абсолютно точно не выйду на улицу без CC-крема Airborian. Это мой любимый продукт, потому что я считаю, что тональным кремом пользоваться на каждый день это все же тяжеловато.
Следующий мой такой любимый продукт – это пудра Tom Ford, бронзирующая. Я тоже без нее никогда не выйду из дома. Обожаю косметику Tom Ford. Да, это моя самая любимая косметика, которая это и качество, и всегда приятная, очень такая хорошая цветовая гамма. Я всегда пользуюсь этой пудрой на каждый день. Самое главное, какое большое зеркало. Можно разглядеть себя любимую. Мне кажется, у меня такой всегда очень скучный макияж. Я каждый день выгляжу абсолютно одинаково. У меня всегда один и тот же макияж. Это тени Шанель вот такого цвета. Красивый, нюдовый, да. Я просто оттеняю им как бы складку века. Через 10 лет выглядит так же одинаково. Но я бы и через 30 не отказалась на самом деле. И вот такие тени. Мак тоже светлые. То есть я, наверное, такой консерватор. У меня в макияже всегда должно быть нюдовые оттенки. Максимум там стрелки вокруг глаз, но вообще не более того. Дорогие сумки – это то, во что можно инвестировать, потому что они, некоторые даже растут в цене. Это то, что можно передавать своей дочери. И если хочешь, я тебе расскажу пару секретов. Давай, конечно. По поводу… Я люблю вообще секреты. Здесь ты видишь, да, у тебя код мастера и дата выпуска, но сейчас они уже не делают на хлястике, а номер ставится внутри. Обязательно, конечно же, проверяешь швы. Ну что же, Настя, большое тебе спасибо, что привела нас сегодня в гостях. С тобой было невероятно интересно. Друзья, от Насти к нам по наследству достаются очень классные вещи. Поэтому благодарим ее за это. И что же, мы обязательно вернемся. Я буду вас ждать. Да, спасибо еще раз.